Всем привет, с вами Андрей или же Иной, и мы продолжаем играть в Potion Pyramid. В прошлой серии мы бегали по городу и пытались со всеми подружиться. И в итоге, да, посмотрите, с левой стороны у нас есть пропуск. Первый пропуск наш, повышение качества жизни. И значит, что мы можем попасть туда, куда раньше нас не пускали. Нас чуть-чуть стали терпеливее относиться. Так, что там такое? Да, поликлиника на ладан дышит, ее бы вылечить как-нибудь. Привет, Иной. Как тебе обновленное здание? Великолепно, не правда ли? А что тут обновили? Что-то отвалилось опять? Рейнер тут соорудил много полезного. Где? Там... Оно горит! Оно горит! Зовите санитаров. Такой звук не пропустишь, верно? Я буду давать его всякий раз, когда кто-то из жителей заболеет, и его приведут сюда. Таким образом, ты будешь узнавать о прибытии новых пациентов. Круто. На, Рейнер. Привет тебе, Зелибар. Ну как тебе дело моих рук? Нравится? Все, я закончил. Я молодец. Откланиваюсь. Похоже, он меня не особо любит. Спасибо за помощь, Рейнер. Обращайтесь. Мэр, Зелибар, всего хорошего. Человек дела. Ну... Рейнер, тут нам целое здание перестраивать, так что у тебя еще будет много-много-много дел. Отрадно, что твоим пациентам есть где прийти в себя и набраться сил. Отрадно, что это здание выглядит настолько ужасно. Теперь я могу сообщить всем, что в случае болезни они могут прийти сюда. Это умиральная яма. Прошу, заботься о них, как ни о ком другом. Конечно. Отправлю их в последний путь. Я доверяю тебе, не подведи. Помни, что в Лумпире мы все семья. Если ты причинишь вред одному, ты причинишь вред всем. Ага, я хочу причинять вред всем. Что ж, пора и мне честь знать. Хорошего тебе дня, Иной. Удачи тебе. Ну что, пойдем посмотрим на везунчика. Или несчастливца, что у него там случилось. Опа, открыта лечебница. У-ху. Ток-ток-ток-ток. Заболевшие жители Лумбири автоматически направляются в лечебницу. О новых пациентах по утрам оповещает гудок, а также мигающий свет. Лечебницу можно улучшить в магазине «Дом на века». Улучшения помогают и тебе, и пациентам. Но это неплохо. Так, лечебница. Что тут у нас? Сесть. Ну все, я готов принимать. Скелетик. Это ты пациент? Ну, тебя уже не вылечить. Где пациент-то? Мне сказали, что... А, или просто это протестировать, что вот... Вот так вот будет звучать, если кто-то придет. Но пока ко мне никто не пришел. Ну ладно. Песик. Песик, иди сюда. Док, погладить. Хороший песик. Может еще... Как же ты вот... Док, покормить. Держи белое мясо. Хочешь мясо? Мясо хочешь, наверное. Оп, молодец. Итак, главное улучшение нашего символа — это то, что мы можем проходить в территории, когда раз нас не пускали. Так что давайте мы туда и отправимся. Зеленые угодья. Оп, курочек. Оп, курочек. Ага, что такое? Целая толпа народу. Рейнджеры местные. Мы Робин Гуды. Форест. Привет, что такое? Ну как это что? Я тут гуляю. А, мы просто обсуждали, что со всем этим делать. А что со всем этим делать? Ага, обвал произошел уже давно, и с тех пор тропа заблокирована. Раньше мы ходили за материалами и дальше, вниз по дороге, но теперь пути туда нет. Что бы поделать? Взорвем ее. Взорвем ее нафиг. Если убрать завал, ну думаю, тогда ты можешь попасть в новую область и найти новые ингредиенты для зелий. Нифига себе. Если у тебя уже есть все, что нужно,
мы могли бы помочь. А есть ли у меня все? Надо понадобиться немного ресурсов и крепкая рыболовная сеть. Может, ты пока узнаешь, кто из жителей мог бы нам ее одолжить? Хорошо? Крепкая рыболовная сеть. Посети трактир «Ленивый кувшинчик», первый этаж. Рыболовная сеть, денег 1500, дерево 225 и камни. Ты тут не только, тут надо еще и... Неплохо так пофармить. Давай, медведь. Иди на меня. Хочешь проблем? Я тебе их устрою. Ай. На, на. Мед, камень, все это мое. Вот это что? По-любому тут какой-нибудь тушкан оттуда вылезает. Ах. На. Дайте мне на обычный меч, а то я с тебя ресурсы буду добывать. Так. Все сюда, на бочку. Трактир «Ленивый кувшинчик». Дайте травы немножко. Раз уж я все равно здесь. И грибочек. 164, 160, а надо 200, там 20. Что это за астрономические числа такие? Давайте березовый сок-то там. Накидывайте, накидывайте. Просто купить динамита и все пойдет. Но нет. Нужно весь лес вырубить в ближайших окрестностях. Внимание, закрыто из-за обвала. 169. Ну, камень я почти добыл, а вот дерево нет. Надо дерево побольше. Побольше дерева. Это были хорошие такие деревья. Массивные, мощные. О. Рубишь прям. Удовольствие получаешь. На самом деле нет. Безвкусный лесный сок. Ничего. Так. Давай, подходи. Зарублю всех. Что ж не подходишь-то? Ай. Давайте все это мне. Интересно, тут когда-нибудь можно будет рыбачить, или надо будет идти в специальные локации, где... Так, уже неплохо. Ну, камни я набрал, и дерево практически. 4 палочки. С одного дерева, это, конечно, печально. Жасмина чуть-чуть. Ну, думаю, у меня энергии больше нет. Так, мне нужно в трактир, да? Ага, вот прям... Прямо-таки задание. Кувырочками. Оп, оп. Так, ленивый кувшинчик. Ну, а никого нет. Кроме злого трактирщика, который уже недоволен. Эй, что делаешь?
Да я просто зашел покушать. А, это ведь ты из столицы. Добро пожаловать в трактир Лунберии. Не особо добро. Здесь подают еду и напитки, а внизу есть игровые автоматы. Не стесняйся, заходи, когда мы открыты. Йорн. У тебя есть сетка? Да, я Йорн. Держу местный трактир, заходи как-нибудь. Уж уж познакомились, Йорн, поговорить. Как будет время, загляни в трактир. Наш рутбир знают по всему городку. Оп, хорошо. Немножечко подружились, а вот посети помощь с обвалом. Игровой зал. Закрыто по понедельникам. Сегодня вторник. Так, ну вот я первый этаж посетил. Или мне нужно посетить еще раз, потому что впервые я посетил его, он познакомился просто со мной. Так, купить. Может, у тебя купить надо эту сетку? Яблочный сок. Свежевыжатый сок из яблока кисловат, но освежает. Грибной суп. Миска теплого кремового супа. Вкуснее всего с чесночным хлебом. Первоклассный рутбир. Фирменный напиток Йорна. Его аромат и вкус знают все. Жареная вырезка. Нежное мясо, тщательно прожаренное на углях при нужной температуре. Ну это, конечно, здорово все. Давай просто соку купим. Йорн. Попробуем выйти и зайти. Может быть тогда? Вот, да, тогда согреется квест. Хильтруда. И не говори, очень жаль. Да, я согласен, Хильтруда. Что вы там обсуждаете? Ловите бандитов на сети? Привет, иной. Что случилось? О чем это мы говорили? Не твое дело. Мы просто обсуждали рыболовные сети, которые получили из Розы Ветров. Я их постоянный клиент. Использую сети, чтобы перетаскивать тяжелые материалы в кузнице. И в полицейском участке они нужны. Мы ловим в них диких существ во время патрулей. Сети очень крепкие. Так жаль, что количество сетей очень ограничено. Полагаю, им сложно производить много таких качественных сетей. Если бы только они могли делать больше, эх, это бы сильно упростило и нашу работу. Поддерживаю Хильтруда целиком и полностью. Иной, кажется, сети тебя заинтересовали. Тоже думаешь купить такую? Ага, нужна такая. Тогда тебе нужно в Розу Ветров. Но не думаю, что у них еще что-то осталось. Удачи. Посети магазин Роза Ветров. Так, хорошо. Подожди. Клиенты ушли уже, да? С ними не поговоришь. Где у нас Роза Ветров? Ага, ну... В принципе, неплохо. Так, песик, иди сюда. Погладить. НПС? А, нет, НПС мне... Он может определять, где кто находится. В принципе, полезно, если надо вот подходить, чтобы пообщаться с народом. Так, 15-10, ты же работаешь, ты 18, отлично. Приветствую в Розе Ветров. А, так это же ты, док. Что тебе нужно? Мне тут сеточка нужна. Крепкая рыболовная сеть? Так они уже закончились. Ну, что же делать? Ну, не смотри на меня так. Зачем эти щенячьи глазки? Короче, если тебе нужна так надо, сходи на второй этаж к Катмару. Это он сети мастерит. Может, у него еще найдется. Если повезет. Хе-хе-хе-хе. Хорошо. Стой, я хотел с ними пообщаться, чтобы дружбу поднять. Ха, проклятие. А наши сети довольно популярны. Атмар. О, Атмар, я же знал, что мы с тобой подружимся.
Привет, иной. Зачем ты прийти? Ну, сеточка нужна. Ты хотеть сеть? Рыболовная сеть Атмара? Самая лучшая сеть в этом городе. Много людей хотеть сеть Атмара. Радовать Атмар. Но это последняя. Атмар больше не иметь. Атмар не продать. Но иной меняться? Хотеть? Ну, давай поменяемся. Атмар нужен запас для пляжного кафе. Мед и приправы для кукурузы. Вкусно. Ну, меда у меня, в принципе, много. Хотя надо тебе, наверное, 40 медведей, наверное, загасить. Вот, Атмар сделает список. Когда иной принести, Атмар отдать последняя сеть. Атмар ждать. Удачи желать. Так. Три меда, 5 базилик и 5 грибов. В принципе, у меня же все есть. Атмар, где ты? Вот и Атмар. Так, Рейнер. А, столяр. Интересно, в столице есть столяры, которые со мной сравнятся? Поговорить. Я сейчас занят. Поговорим потом. Ну хотя бы все-таки поднялась. Так, Лина. Говорить. Иной, каким ветром тебя сюда занесло? Если будешь воду мутить, отправишься на корм рыбам. Шуточки у вас, конечно. Морские. Так, Атмар. Поговорим. Много дел. Атмару надо работать. Оп, хорошо. Задание. Так, меда 3, базилика 5, гриб. О, базилик-то еле-еле справился. Держи, все сделал. Иной! Ты принести? Все принести! Ура! Идти к Атмару. Идти. Иди сюда. А вот и она. Вот рыболовная сеть тебе. Атмар надеется иной в счастье. Блин, Атмар, я счастлив. Отличный парень. Делай побольше сетей, и вообще весь город будет просто кипятком писать. Итак. 16 часов, да? Технически мы подготовились, да? У нас всего достаточно? Или чего-то еще нет? А, энергии у меня нет. И я дерево не до конца набрал. Там наверняка нужно 500-очка где-нибудь. Ну не 500-очка, 225, а у меня 212. В общем, пойду посплю. Хотя, может быть, не просто пойти поспать, а сперва немножко поработать. Где тут полицейский участок? До 22 они работают. И пообщаться с тобой. Жизнь в маленьком городе не уступает жизни в столичной. Ну, как скажешь. Кто-нибудь еще тут есть? О, начальник. Осман. Блюститель порядка всегда должен строго соблюдать дисциплину. Я не могу позволить себе расслабиться. Блин, суровый начальник. Так, я видел тебя. Дерек. Ты утверждаешь, что хочешь помочь? Как же? Думаешь, я так легко поверю? Смотри, блин, не мешайся под ногами. Смотри, проверяй. Давай, поработать. Рассортируй чернильниц, 20 чернильниц. 3, 2, 1, пошла. Налево, вправо, лево, право, 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 лево, право, лево, лево, право, право, лево. Лево, право, лево, 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 лево. Все, победил. Это было легко. И мне нужны 1500 денег, так что мне нужно зарабатывать. Добрый день, Идой. О, Сяо. Ну, я с тобой уже виделся. Блин, вы же еще наверняка там нифига не работаете. Все эти магазины. Это полицейский участок работает до скольки угодно. До 17 часов. Да, эта фигня уже закрыта. Дверь закрыта. Угу. Дом Оливии, доска объявлений. Дом Дерека, ферма. Просто ферма. Монастырь. Интересно, монастырь работает по ночам?
Так, ты кто такой, Дэн? Как тебя звать, док? Меня зовут капитан Дэн. Хочешь ко мне в команду? Здравствуй, Дэн. Разрази меня гром. Эх, пиратская жизнь по мне. Ну, славно. Очень, очень славно. Церковь тоже до 17 часов закрыта. Утес. Что тут у нас на утесе? Птички. О, ты кто такой? Руссо. Зельевар? Ну, тоже мне профессия. В котле помешивать. Ничего. Мы еще подружимся, паренишка. О. Руссо хороший мальчик. Он озорник, но зла никому не желает. Как скажешь. Социлия. Оп. Ну все, видимо, ночь наступила, сил нет. Так, дайте мне переместиться к себе домой. Ух. Пора спать. Пойти спать, да, пойти спать. Тунг. Денег-то у меня, блин, 860. Этого недостаточно. Может быть, там какой-нибудь больной придет, чтобы мне денег дать? Нет? Ни шума, ни света, ничего. И, конечно же, никаких больных. Кроме меня. Оп. Надо пока перемещаться. Все равно там все эти магазины максимум с 8 утра работают. Что пока подобываю дерево. О, мега дерево. Рубись, рыбка большая и малая. Отлично. Кстати, песик, погладить тебя, хороший. Дави его. Ай, ты забываешь, что из них вылетают постоянно. Так, ну вроде бы я добрал достаточно. Хотя давайте проверим. А то у меня внутренний параноик начинает мне подшептывать, что... Ты собрал слишком мало. Блин, там как раз фонарик на телепортацию тоже, я вижу его. 1500 денег нужно. Так, всего этого достаточно, а вот денег нет. Базилика пойти порвать. Я весь базилик потратил. Здесь же базилик растет. Да, базилик. Причем как сделано? Он такой, принеси мне 5 базилика, а тут растет максимум 4, то есть... Не собираешь базилик, ну это твои проблемы. Значит, придешь на следующий день. Так, переместиться. Город Лунберии. На самом деле, зачем мне полицейский участок? Мне надо, наверное, даже что-то помощнее. Так, стоять. Зельевар? Ну, тоже мне профессия в котле помешивать. Здравствуй, Ной, там, сохраняй тебе боги. А, Социлия, куда ты идешь? Руссо хороший мальчик. Он озорник, но зла никому не желает. Ну, я понял, что ты заботишься о нем. А что это за фонтанчик и че он такой? Монастырь, дом Дерека, ферма. Дом на века. Я вот на самом деле хотел бы вот в дом на века залететь. Путешествие по Лунбери, достижение. Так, о, качаешься. Не мешайся под ногами. И проблем не будет. Как скажешь. Как скажешь, начальник. Так. Со скольки у нас церковь работает? С 8. Должна работать.
закрыто по средам, и сегодня среда. Ты посмотри, как вот, как мне везет-то, а? Виктор, я сделал чудесную куклу Вуду. Мое сокровище. Кенни тоже, она очень нравится. Местный такой сумасшедший, либо провидец, который видит незримое. Кто его знает? Опасный тип. Не доверяйте типам, у которых есть кукла Вуду. О, Хильтруда. Так, куда делись мои инструменты? Тебе не попадались? Что такое? Ты инструменты потеряла? Не надо таких фокусов. Нет, это чей-то дом. Было бы, наверное, не тактично влетать. На доске объявлений появляется важная информация о том, что происходит в Лунбере, например, дружеские события. Если есть что-то новое, над доской появляется значок. В городе несколько таких досок. Новостей пока нет. События нельзя начать, если у тебя недостаточный уровень доверия или нужный персонаж болеет. Понятно. Так, дом на колесах. Сейчас там тоже 1000 дерева, там 1000 еще. Дом на века. Здорово. А, ну Рейнер, привет. Тебе помочь? Что тебе? Что, тебе уже порядком надоела та ветхая лаборатория? Ха. Да, немножечко понадоела. Если что, я могу сделать ее поуютнее. Ты только скажи. Давно пора ее обновить. Мне всего-то нужно дать древесину и оплатить труд. Слушай, денег нет. Но думаю, с этим не будет проблем, а? С этим проблемы. О, Атмар, и ты здесь. Сегодня Атмар ловит рыбу. Атмар, ты прям мой лучший друг. Рейнер, у тебя дома есть все необходимое? Если нужен стул или другая мебель, заходи ко мне, я тебя выручу. Так, это мы поговорили. А куда к тебе подойти, чтобы закупиться? Чтобы начать закупать разные вещи. Там медведь убитый. Так. О, купить. Ремонт кухни. 1700 золота, 275, 325 камня. Ремонт кухни в лаборатории открывает возможность готовить еду. Ремонт лечебницы открывает новые рецепты сыворотки и повысит доход. Повысит доход, мне нравится. 2250. Суровая жизнь бедного Зеливара. Мур, мяу-мяу. Так, Зик, ты там кошек любишь, говоришь? Мелочишки не найдется? Приму любую помощь. Вспышка. На ошейнике кошки есть бирка. На ней сказано: «Вспышка! Кошка Зика! Не кормить! У нее аллергия!» Посмотри на этот пакетик, он создан для тебя. Так, открыть. Хижина Зика. Скромненько, но со вкусом. Что ж ты такой бедный? Ну, надеюсь, его все устраивает в этом мире. Так. Дом Мейера. А, тут дом Мейера, да. Ничейный дом, дом Дева, дом Гертруда. Шелковая нить. Пойду в шелковую нить. А тут у нас что? А. Гертруда. Гертруда Хильтруда. Так. Поговорим. Чтобы расти как личность, нужно приучить себя к дисциплине. Не ленись. Да я вообще стараюсь. Так, выйти, и я хочу посмотреть, какие тут цены. 120-90. Ускоряет сбор. Повышает максимальный запас здоровья. Повышает вместимость котла в лаборатории. Как же тут надо нафармливать-то прям? Прям фармить как вне в себя. А тут-то помощь нужна или тут помощи нет никакой? Точно, по-моему, в мэрии можно было помочь. Пойдем поможем в мэрии. Ратуша, первый этаж. О, тут какой-то квестик. Вы хотите мне про доску рассказать? А, как раз вовремя.
Я бы хотел кое-что тебе показать. А Сяо поможет мне с объяснением. Так вот, я показал, а Сяо объясняй. Это доска для жителей. Все просьбы жителей Нуберии появляются здесь. Награда за выполнение зависит от сложности просьбы. Я ценю порядок, поэтому буду регулярно обновлять доску. Так что каждую неделю здесь будет что-то новое. Ага, раз в неделю. Теперь ты можешь свободно пользоваться доской для жителей. Принимайся за что хочешь. Жду не дождусь нашего сотрудничества, Иной. Хорошо. Главное, платите. Туф, доска. Открыта доска заданий. Ну-ка. На этой доске отправляют просьбы, ты можешь их выполнять. Просьбы обновляются каждую неделю. Невыполненные просьбы отменяются автоматически. Чтобы выполнить просьбу, необходимый материал нужно отпустить в ящик для доставки. Он расположен перед ратушей. Хорошо. Так. Награда яблочный сок и 150 дерева. 3 липкое желе. 5 дней осталось. Которые есть на острове. Они пойдут на развитие города. Яблочный сок. Так. 300 золота. Мусорный мешок. А где мусорный мешок? Сбор мусора. Некоторые люди неаккуратно выбрасывают мусор на свалку. Жители Нубери ищут добровольца, который поможет убрать мусор. Местный деликатес 1. Жители требуются некоторые припасы. Они пойдут на развитие города. Белое мясо. Блин, у меня, по-моему, белого мяса только 5. Давай. Все возьму. Сяо. Добрый день, Зельевар. Это хорошо, но вот... Проверить. Давай, подработка. Упакуй 7 коробок. Угу. Сейчас сделаем. 3, 2, 1. Как там это делать? Вниз, вниз, право. Ай. Ай, ай. Оп. Так. Еле справился. Ура! Деньги. Сюда деньги. Вопрос с мусорными мешками все еще открыт. Так, отчитаться. Липкое желе могу скинуть. Честный обмен. Бум. Готово. Яблочный сок, денег. У меня только 2 белых мяса. Интересно, в чем проблема белого мяса? Сбор мусора. Ну-ка, где сбор мусора? Ага, задание сбор мусора где-то там. Пойду-ка туда. Видимо, нужно приходить сюда и собирать мусор. Забрать. О, так это просто подошел. 300 денег. Вот, деньги-то полетели. Так, кто у нас здесь живет? До 18 часов? Отлично. Купальня под Ивой. О, купальня. Что? Желаешь принять ванну? Конечно, наша купальня под Ивой не столь изыскана, как купальни столицы. Но другой у нас на острове нет. Ты можешь зайти. Только не устраивай беспорядок. Надоело убирать за нерадивыми посетителями. О, Кассандра. Здравствуй, я Кассандра, совладелица купальни Лумберии и жена комиссара. Блин, и ты сразу мне всю жизнь испортил, и жена комиссара. Ну, ладно. Надеюсь, Осман к тебе не придирался? Он недолюбливает чужаков. Кассандра, поговорим. Загляни как-нибудь в купальню под Ивой. Там появилось новое мыло, жасминовое. Ну что ж, жасминовое мыло это супер. Я Оливия, хозяйка купальни. Тебе бы зайти, окунуться. От беготни по этому городу легко запачкаться. В принципе, ты права, я только что мусор собирал. Да, купальня уже немного обветшала. Я бы хотел ее закрыть, но могу ли? Конечно, нельзя закрывать. Так, купить. Принять ванну? Внимание, ванна занимает 2 часа. Принять ванну. О, хорошо. Я... На расслабоне.
чувствую себя новым человеком. Ну что, Кассандра, все с вами понятно, все с вами понятно. Док, покушай. Покушай метку. А вот где достать мясо? Ингредиенты съестное. Белое мясо. Свежее мясо с запахом рыбы. Вкуснее пахнет с капелькой лимона. Ага, это со вкусом рыбы. Понятно, надо рыбачить ради этого. Так, тут есть рыбальное место. Подойдем к нему. О. Гаррет. Чё тебе, залетная птица? Не надо так смотреть. У старика есть имя. Гаррет. Здорово, Гаррет. Зельевар? И что это за профессия? Помогаешь людям? Тьфу, что за глупости? Вот меня усадили в кресло. И как это помогло? Ну, ты можешь перемещаться, рисовать. Хоть как-то. Так, хорошая удочка и супер червяк. Да, я пока недостаточно крут. Вечереет. Полицейский участок, я знаю, работает до упора. Так, блин, это дом Османа, это не полицейский участок. Вот это я ошибся. Новостей пока нет, ну ладно. Да, делаем всю работу, 20 чернильниц. Быстренько. Ай. Ну, немножечко поспешил. 125. А можно усиленную сложность, чтобы больше денег получать? Нет? Я с тобой сегодня говорил? Говорил. Единственное место купания вот вот здесь. Интересно, там можно рыбачить? Или стоит пойти порубить дрова? Так, свернул слишком рано. Оливия, отдыхай. Отчитаться. Не так-то просто отчитаться о том, что не сделал. Да. Не мешай, док. Этот день для поиска сокровищ. Как скажешь. Оп. Ну я прям к рыбе подкинул. Тихо-тихо. Нельзя, чтобы краснела проволока эта. Иначе сорвется. Ой, я был близок. Новый рекорд. Скумбрия. Это, кстати, новая рыбинка. Я, по-моему, раньше... Розовое мясо. Ну. Так, вся рыба где-то далеко. Сказали, вот на таких местах, на самом деле, нужно, чтобы тени... Эх, ничего нет. Закидываем подальше. Да блин, какая жесткая рыба-то была. Тянем, тянем рыбочка. Кальмар какой-нибудь. Так, 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 так. Пускай ты будешь креветка. Прости, что назвал тебя кальмаром. О, кушок мой родимый, давай, иди сюда. Угорь. 4 фунта. Белое мясо. Ну, белое мясо это белое мясо. Я просто подтягиваю поближе, чтобы... Сразу было близко тянуть. Так, так, так. Рыба, не паникуй. Все будет хорошо. Мы всех поймаем. Так, 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 рыба. Сардина. Как это мелкая сардина.
всегда три рыбины есть. Я думал, тут можно выловить всю рыбинку и надо будет приходить на следующий день. Но, похоже, тут рыба по-хорошему так обновляется. Скумбрия. Блин, вы прямо издеваетесь, розовым мясом меня. С одной стороны, наверное, лучше, чем белое. С другой, кто знает. Тихо. Угу. Анчоус. Анчоус, это, конечно, да. О, белое мясо. Вряд ли у меня слишком много белого мяса. Так. Ты мне еще сорвись под самый конец. Анчоус. Вес 0,27, а рекорд 0,93. Но анчоусы мелкие. Оп, поймалась. Тихо. Не буляй. Все хорошо, иди ко мне. А, бум! Четверг, 2 часа ночи. Нокаут. А ты просыпаешься поздно. В 12... О, кто-то заболел. Вот что происходит, когда рыбачишь всю ночь. Я так сразу влетел сюда, к больному. Чтоб, не дай бог, ты не пропустил... что кто-то заболел. О! Вы, надеюсь, не будете мне бить лицо за то, что тут кирпичи падают с потолка? Надеюсь, нет. Ох, ты помнишь этот звук? Как здорово. Я опередила тебя и устроила пациента на одной из свободных коек. Надеюсь, ты сможешь вылечить его как можно скорее. Конечно, смогу. Ну, да. А если нет... Что ж, тогда придется обратиться к Матео. Не будем рисковать здоровьем жителей. И не перепутай тут ничего, чтобы Матео потом не пришлось прибираться. Ага, хорошо. То есть это тут раньше Матео лечил, что ли, нет? Или просто, раз уж здесь так. Если житель заболевает, он попадает на свободную койку в лечебнице. Над головой указано число дней, за которое его нужно вылечить. Если не успеешь, житель уедет лечиться за пределы города. После удачного лечения значок над головой пациента изменится. Он проведет еще один день в лечебнице, а затем отправится домой. Так, Мариэль. Меня тревожит левое плечо. Ну, давай посмотрим левое плечо. Обследовать. Так, пошло добро. Но я уже... Идеально просто. Просто идеально. Ну, там, конечно, было одно не перфект. Так. Что там у тебя? Удовлетворенность такая. Левое плечо. Припухлость. Сиреневая вода нужна. Понятненько. Сиреневая вода. Ладно, пойдем. Пойдем делать сиреневую воду. Лаборатория. Вот она, сиреневая вода. Помогает от припухлости. Так, ух ты, тут раз, два, три. Интересно, у меня есть таких вот... Блин, именно вот в эту сторону поворотика нету. Подходят все ингредиенты. Это, в принципе, прикольно. То есть снизу разные ингредиенты могут быть. Может быть, лекарство, которое требует определенного подхода. И без него нифига не поможет. Так, ну а одиночный это, конечно, да, но... Вода. Есть у меня одиночные клеточки?
Ну вот земля, вот этого соку давай. Его у меня вроде много. Огонь. Сварить зелье. Да, сварить. Видимо, это еще вот раз, два, три, четыре, пять. Пять ингредиентов. Создать три раза, чтобы открыть. То есть, если я бы слишком много таких вот мелких ингредиентов использовал, они бы не вмещались и сказали, типа, котел слишком маленький. Так, у меня тут фиолетовая вода, и это точно не яд. Я тебе уверяю, точно не яд. Пей. Так, обмажем. Ну да, пить не надо, просто обмазывать. Можно просто обмазываться. О, удовлетворена на все 100. Лечение завершено. Тук. Удовлетворенность максимальная. Все. Мой первый пациент, ну, как бы второй. Душенька, ты и правда весьма одаренный зеревар. Спасибо, иной. Лунчай. 195 денег. О-ху. Хорошо как. Так, ратуша. Блин, почему возле ратуши нет места телепорта? Почему на самом-то деле? Не знаю. Так, песик. Где ты там? Я тебя не погладил. Привет, милашка. Нравится вид? О, Хелен. Эх, как же надоело. Мою эти игровые автоматы, а они все пачкаются. О, тебе можно что-то подарить? Так приятно получить от тебя подарочек. Какой подарочек? Нифига себе. А что за подарочек-то я ей подарил? Осман. Вот тебе подарочка нет. А, может быть, мне вот подарок вот этот дали? За то, что я вылечил человека. Хм, вроде я уже осмотрел этот район. Но что-то не так. На всякий случай пройдусь еще раз. Прошу прощения, иной. Вот это блюститель порядка... Молодец. Так, отчитаться. Идеально, белого мяса хватает. Яблочный сок, 200 денег. Хм... Итак, у меня должно быть всего достаточно, чтобы открыть новую локацию, и я ее открою. Слизи меня не остановить. Хоп-хоп. Починить. Денег есть, дерево есть, камни есть. Пошла. Так, давайте уберем этот завал. С новыми материалами мы быстро все расчистим. О, еще сетями прикрыли. Путь свободен. Теперь ты можешь исследовать новые области. Там вполне можно столкнуться с чем-нибудь странным, невиданным ранее. Так что я бы посоветовал сначала подготовиться. Инструменты. И обязательно проверяй доску для жителей. Возможно, там появились новые просьбы. Конечно. У меня... Убирая препятствия на карте, ты можешь исследовать новые области. В новых регионах можно найти больше ресурсов, диких существ и испытаний. Когда открывается новая область, на доске для жителей появляются новые задания. Цель задания зависит от того, какая область открыта. Ха. Так, сперва активирую штуку. А теперь попробуем телепортануться, посмотреть доску. О, тут есть доска. Телепорт. Если ничего нового не появилось, то и слава богу. Новостей пока нет, ну вот и все. Можно с чистым совестью начинать исследовать. Так, область тут как бы раз, да. А, нет, тут как бы большая долинка. Вот тут. Под мостиками там заглядывать куда-то. Так, грибочек. Север – ледяная гора, юг – голая пустошь, запад – город Лунбери. Угу. Так, ну слизь... О, что это за енот? Над некоторыми существами есть значок брони. Такое существо не будет получать урон, пока ты не разобьешь его броню. Чтобы ненадолго разбить броню, несколько раз ударь существо молотом. Ага. На! На! Ах! Я тебя молотом и забью просто.
жесткая шкура. Так, что это? Мел какой-нибудь. Мрамор. Кусочек меди. Ну, почти хорошо. Так, ромашку мне дай. Пимжа. Так. Еще больше. Ага, цветочки, цветочки. Что это за мегастолбик? По-любому он будет важен. Так, дерево. Это необычное. Какой-нибудь ясень. Хотя, может, это просто такое промежуточное дерево. За тебя дают там чуть побольше палок. Да, палочек за тебя дают хорошо. О, так, вот этот кирпичик тоже хочу разобрать. Известняк какой-нибудь. Кусочек серебра? Ну, просто теперь я вынужден сюда каждый день приходить. О, жук. На, на. О, нифига себе ты. На. И, ага. И ничего с него не выпало. Вот, вот жук-то. Во-во-во-во-во. Бучара. Так. Я сейчас топором зарублю. Ах, ты еще двойной атакой пользуешься. Черный мех. Так, еще один жук. Жук-тусовщик. Так, ну с жука-то я вроде броню ничего не получал, поэтому надо бы все-таки попытаться выбить что-то. Ай. Блин, ты еще так вот там... Тебя не видно. Ай. Режем тебя серпом. Лапка насекомого. Ну что ж, отхерачил. Отхерачил это я могу. Так. Кукурузка. Кукуруза. Чувствую, меня будут потом требовать много-много сладкой кукурузы. Так. Жуки-тусовщики. О, забрать. Эксперимент в зеленых угодьях. День 26. Жители отнеслись к нам благосклонно. Собираем образцы и размещаем область для проведения эксперимента. Добавили в почву некоторые химикаты и наблюдаем за реакцией. Аппарат выявил несколько незначительных аномалий, однако проблем быть не должно. Привычно для наших зелеваров. Нет страницы. Хм. Четверг, 18 часов. Надо поспешать. Так, как... О, мега-дерево. Так, подожди, а вот тут вот растение. По-любому, растение это вот то, что нужно для лаванда. Давай рубить дерево. Надо улучшать вот топоры всякие вот. И дубины. И молоты. Наверное, даже молоты, потому что они броню снижают. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Успокойся. Ах ты паразит какой. На тебе, на тебе. Сейчас я его добью, если у него в жизни не остановились. Умри, грива дикого зверя. Кукурузки мне дай. На все ресурсы нужно там по 200, по 300 камня, дерева. Это печалит меня, печалит. Так, жука-тусовщика трогать не буду. Наверное, надо дробить дерево и идти спать. Спатеньки. 20 часов уже, уже. Темнеет прям. Серьезно, серьезно. Хватит у меня сил нарубить его? Наверное, нет. Все, лаборатория, перемещаемся. Ох, дом, любимый дом. Пойти спать. О, новый больной.
Но думаю, нового больного и новые приключения мы займемся в следующий раз. Если вам понравилось, ставьте лайк, напишите комментарий. А я прощаюсь. Всем спасибо, всем пока.